Деревья родом из Северной Америки, Китая и Малой Азии будут украшать улицы Первоуральска. В центре города появится маньчжурский орех, пенсильванская вишня и пирамидальный тополь. Всего больше сотни деревьев. Можно увидеть на центральной части площади 5 деревьев. Это пенсильванская вишня. В части, где у нас фонтан на площади, будет высажено несколько кленов. Такое редкое дерево, как маньчжурский орех, в одной из клумб детской зоны. Это деревья, которые растут у нас в климате, достаточно хорошо приживаются и очень красиво цветут. К примеру, пенсильванская вишня весной цветет насыщенным белым цветом, а осенью становится ярко-красной. Также площадь Победы будут украшать кусты сирени и специально выведенные для уральского климата розы. Специалисты говорят, уже в следующем году первоуральцы смогут полюбоваться их цветением. Озеленение ждет и пешеходную зону на проспекте Ильича. Там до конца сентября высадят около 30 лип. Также аллею украсят 70 пирамидальных тополей. Они не цветут и прекрасно очищают воздух.